Площадка фестиваля 2022 представляет собой своеобразный конструктор. Каждый участник сможет выбрать для себя индивидуальный трек обучения, посещая наиболее актуальные для него мероприятия. За 12 лет истории фестиваля участниками стали более 10 тысяч педагогов из самых разных регионов России, от Калининграда до Сахалина. И в этом году география присутствие учителей тоже очень обширное. Тематика фестиваля тоже всегда разная. И, конечно же, тема нашего 12-го фестиваля, она тоже выбрана не случайно. Одним из столпов отечественного современного образования является патриотическое воспитание. Организация этой деятельности в школе является обязательной частью федеральных стандартов. Ну и кроме этого, конечно же, очень важно приобщать современную молодежь к диалогу о патриотизме. В связи с геополитической обстановкой в стране тема фестиваля «Отечество ПРО». Целью мероприятия является организация взаимодействия педагогических работников по обмену профессиональным опытом, разработка и распространение эффективных форм гражданско-патриотического воспитания. В рамках 3 дней фестиваля деловой программы состоятся более 20 лекций, 32 мастер-класса по основной тематике и в соответствии с концепцией фестиваля. А концепцию фестиваля мы заявляем тоже очень серьезно. О патриотизме смело. Модераторами фестиваля станут представители более 15 ведущих вузов Российской Федерации, вузов Узбекистана, Киргизии, представители более чем 10 сообществ и организаций. Что такое фестиваль? Это ведь не форум, не конференция, да? Это многообразие видов деятельности. В программе фестиваля запланировано проведение конкурса презентации лучших практик организации гражданско-патриотической деятельности. Также по инициативе Республиканского общественного движения «Татарстан. Новый век» в рамках мероприятия проводится конкурс проектов «Наш дом. Земля», направленный на реализацию принципов Хартии Земли. Их суть заключается в охране целостности экосистем Земли. В том числе для участников запланированы образовательный модуль КФУ в школе, фестиваль сильных практик и семинар университетских школ. Необходимо отметить, что в этом году с организаторами мероприятий является Российское общество знания, а также Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», форум «Педагоги России», «Образ Союз» и, конечно же, Казанский федеральный университет. С первого фестиваля профсоюзы предоставляют главный приз для нашего форума – это путевка в санаторий. Один из республиканских санаторий. Фестиваль посетят учителя из разных регионов России. Состоятся мастер-классы от депутатов, общественных деятелей, блогеров, ученых ведущих вузов и дружественных стран. Зарегистрироваться для участия в фестивале можно до 1 июля 2022 года на сайте «Фестиваль учителей РФ», а также подать заявку на электронный адрес. Мероприятие пройдет в гибридном формате. На данный момент уже зарегистрировано около 1000 заявлений. Из них приблизительно 300 на очное участие в фестивале. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз.